И всем привет, с вами Александр Новасов. Сегодня я играю в Happy Wheels 4. Мы сегодня продолжаем прохождение данной игры. Сегодня мы играем во вторую миссию этой карты. Точнее, этой игры. Так, нажимаем Play Now. И мы начинаем уже прохождение второй карты, да. Так, здесь, значит, Welcome to Happy City. Здесь мы видим какие дома. Ну, в общем, вы сами это все можете посмотреть. Видим тачку, какую-то эту, но что-то кто-то говорит. Мы это можем пропустить и поехать дальше. Так, что здесь дальше делается? Так, здесь делаем так. Здесь что-то написано, мне похрен, что написано, я поехал дальше. Так, чем надо? Скип. Мне похрен, что он говорит. Мне лень это читать. Так, я куда попал. В общем, прошло несколько миллионов, миллиардов лет, мы попали в какой-то мир, и теперь, в общем, здесь мы должны летать. Ну как летать? Мы должны здесь не знаю, что делать. Так, в смысле как? В смысле как это проходить? Эй! Твою мать. Да ну нахрен. Эй! Damn it! В смысле? Я не понял. Мы летим. Так, это я понял уже. Поехали дальше. Вы готовы? Контроль. И мы отправляемся как. Прошло 785 миллионов лет, и мы попадаем в какой-то супер какой-то мир, который какой-то компьютерный, нам кто-то что-то говорит, мы едем дальше. Мы же едем дальше, нет? Едем дальше. Так. Ой! Damn it! Твою мать! Ладно. Последний раз на прохождении. Если я не пройду, то я начну просто другую карту. Так. Потому что надо чем-то занять зрителя на прохождение. Я просто Browse Map буду проходить. Так. Продолжить. Стоп. А если не въехать туда? Так, я по-любому сразу же въехал. Ладно. Я не понимаю, как это действует, но я думаю, я разберусь потом. Так. Прошло 785 миллионов лет. Ну, это не точно, я не знаю, как это считается. Мне лень считать. Так, я здесь чисто ради геймплея. Мы едем сразу сюда. Мы здесь видим какие-то штуки, которые нам... Ой-ой-ой-ой. Здесь... Как так? Damn it. Как это делать? Научите меня, пожалуйста, как это делать, я не понимаю. Тупорылая, короче, херня. Мне не нравится. Так, пошли в брус эту херню. Так, здесь я думаю, что-то будет жестокое, я думаю. Потому что здесь какая-то херня. Так, идем сюда. Pogo Jump. Это уже интересно. Так, ребят, не забывайте подписываться на мой канал Новасов. Потому что там выходят такие вот видеоролики. Так, bad, normal, потом идет good, very good и что-то еще там. Так, тихо. Немного назад. Тихо, немного вперед, можно? Мини-прыжок и прыжок сюда. Стой! Ну, похрен, ладно. Все пока что нормально. Так. Я не очень крут в Pogo Jump, особенно если я не играл давно в эту игру. Так что то, что если я проиграю, поэтому не жалуйтесь. То, что я типа проиграл, я в Pogo Jump, не понимаю ничего. Так и есть, я не понимаю ничего. Так. Так. Значит, куда мы идем? Так. Но! Что-то... Это сложное очень. Нет. Ну, почти. Так, а если я вот так спрыгну? Но! Хакер. Ладно. Бог, мегабог
и еще там что-то было. Так, сейчас. Так. Так, но. Так. Хакерский бог. Давай. Здесь я не знаю, как я буду это делать. Я думаю, я заглючу сейчас. Но я попробую. Давай. Давай, давай, ты уже там, ты уже там. Ты почти на победе, давай. Мне кажется, я не пролезаю просто. Я просто-напросто не пролезаю. И поэтому я хрен знает, что делать. Я не могу пролезть. Вы понимаете, что я не могу пролезть? Блин. Как это сделать? Как это сделать? Я не понимаю. Ладно, попробуем еще раз. Попробуем еще раз. Так. Окей, ладно. Давайте, 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 давайте. Так. Давай, 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 ну почти. Тихо. 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 А, я понял, как это делать, подожди. Я вроде понял, как это делать. Я вроде... Нет, я не продвигаюсь. Я пытался продвинуться, но я не смог. Я думаю, это вообще нереально. Кто это сделал? Какой это урод сделал? Как это сделать? Давай. Так. Чё, серьезно? Я стал продвигаться? Я не верю. Давай, давай, да я уже там, давай. Давай, 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 ну, чуть-чуть осталось, но, я уже там. Давай, давай. Все это магия клавиш, давай. Еще, еще, еще. А там уже, наверное, можно прыгать, нет? Нельзя? Так, осторожно, главное опять оттуда не вылететь, оттуда, откуда я уже взялся. Все! Мы прошли! Да. Это было сложно, но мы прошли. Да, это было интересно, это было... Ну, познавательно это назвать нельзя, но... Ладно, пока что это все. Так, давайте еще одну карту пройдем. Попробуем, точнее, пройти, потому что эфир я все-таки не занял еще. Так, мы берем... бутылочку. Так, что надо делать? А что надо делать? Скажите мне, пожалуйста. Но! Грейт. Грейт. Ладно. Еще раз. Good. Что, блин? Ладно. Но. А надо что? В хоу попасть? Я в нуба попал уже. Давай, 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 давай. Ну. Да ладно. Так, тихо, тихо, тихо. Опа-на. Да ты что? Ладно, мне еще... Давай. О, круто сейчас было, вы видели? Water Bottle Flip Challenge все был. Ай-яй-яй. Я просто не попаду сейчас. Не, ну я как бы попал, можно сказать, но... Не совсем. Great. Я не понимаю смысла этой хрени, блин. Ну! Давай, 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 ну! Все? Давай, давай, давай. Ну! Только не разбейся. Не надо мне грейд. Давай-ка. Да ты что? Ладно, это нереально, походу, проходить. Давайте дальше пройдем. Давайте дальше. Четвертая карта у нас. По счету. Опять какая-то херня с бутылками, но неважно. Ладно, ладно. Не, херню с бутылками я не хочу проходить, потому что это тупо. Это просто... Это просто тупо. Виннер. Ладно, давайте еще раз. У нас есть несколько бутылок. Но! Что, я залагал, что ли? Давай. Так. Да, твою мать. Возьми бутылку. Да не три сразу, ты дебил. Молодец. Так, возьми бутылку. Возьми! Ты что, до нее дотянуться не можешь? Ну, возьми бутылку. Ну. Ну как так?
Блин, ладно. Окей. Давайте еще раз рестарт. Вот. Так, стоп. Как я только что сделал? Так. Так. Только выпади, попробуй. Зачем мне noise? Давай. На! Ну, винер, я хочу винер. Мне нужен винер. Вы понимаете, что мне нужен винер? Давай, давай. Ну, давай. Я их уже подвинул. Давай. Это тупорылая карта, короче. Ладно. Неважно. Нельзя терять время. И мы проходим дальше карту. Давайте попробуем на эту карту. Так. Ладно. И что здесь надо делать? А, интересно просто. Вот интересно, что будет, если я пройду за велосипедиста. Что будет именно, если я пройду за велобайкера? Так. Я думаю, я все-таки смогу пройти. Да, я смог пройти. Так что вы не думайте, что я там какой-то читер или что-то типа того. Ладно, в следующей части тоже будет Happy Wheels. Мы теперь будем такой мини-плейлист делать по Happy Wheels. Точнее, как мини. Я буду стараться только по Happy Wheels делать видеоролики. Но, не знаю, я вам не обещаю, что будет только по Happy Wheels. Ну, а с вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока.